В рамках антикризисного счета фирма из Лодзи получила 175 тысяч злотых. Все бы ничего, но фирма предоставляла сексуальные услуги в одном из ночных клубов. Полицейские Лодзи несколько месяцев наблюдали за работой ночного клуба. Правоохранители установили, что под прикрытием краткосрочной аренды комнат преступная группа занималась сутенерством и отмыванием денег. 16 человек выполняли различные функции, как поощрение и набор женщин, их надзор, защита, доставка клиентам или размещение объявлений в интернете. По данным следователей, час пребывания в гостиничном номере составлял 300 злотых. Расследование выявило, что была подана заявка на финансовую помощь в рамках антикризисного счета. Таким образом, преступники пытались получить еще более 175 тысяч злотых. Задержанным было объявлено 31 обвинение об участии в организованной преступной группе, получении выгоды от чужой проституции, отмывании денег и хранении наркотиков. Кроме того, двое человек получили обвинение в экономическом мошенничестве.